В минувшую субботу во всех территориальных учреждениях Банка России прошел день открытых дверей. Каждый желающий смог посетить якутское отделение Национального банка, где для гостей была подготовлена обширная программа, включающая в себя экскурсии, лекции, викторины и конкурсы. Евгений Тайтонов продолжит. День открытых дверей в Якутском территориальном управлении Банка России проводится второй раз и в первую очередь с целью подтверждения открытости Банка России, знакомства граждан с историей банковского отдела государства. В этот день посетители смогли познакомиться с основными направлениями деятельности банка, а это именно наличное денежное обращение и обращение с платежными картами. Любой гражданин Российской Федерации при наличии паспорта по предварительной заявке может посетить наш день открытых дверей. На сегодня мы имеем порядка 150 заявок. Все люди записаны, на всех составлены списки. Мы познакомим наших гостей с историей развития банковского дела на территории Республики Саха, историей развития отделения. В этот поистине редкий день посетители банка познакомились с техникой, на котором банк перевозит ценности, а также им были продемонстрированы счетные кассовые техники и признаки платежеспособности банкнот. Так особое внимание гостей было приковано на счетной сортировальной машине. Мы отсортировали сильно изношенные банкноты, там загрязненные, склеены, которые в дальнейшем будут изыматься уже из обращения, ну и подлежат уничтожению. То есть мы выпускаем уже чистые банкноты для обращение. Формируется таким образом пачка, закладывается и закрывается. Соответственно, пачка у нас готова. Где появились первые бумажные деньги, при каком царе чеканились первые монеты, эти и другие вопросы прозвучали на подготовленной сотрудниками банка викторине. Проводимое мероприятие позволяет познакомить с банковской деятельностью и с ее историей не только взрослое население, но и учащихся школ города, которым полученная информация пригодится в будущем. Я хочу узнать больше о банковской системе, обращении денег и получить больше интересной информации. Ну, свое будущее в банковской сфере я вряд ли свяжу, но я бы хотела данную информацию запомнить, и, возможно, она когда-нибудь мне пригодится. Помимо экскурсии и викторин, Национальный банк учит граждан и финансовой грамотности, правилам безопасного пользования новой платежной картой МИР и о новых денежных купюрах, поступивших в оборот на прошлой неделе. Евгений Тайтонов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.